Анонс и дата выхода шестой серии турецкого сериала «Любимое прошлое». Шестая серия сериала выйдет в эфир 29 ноября. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, что после того, как на фабрике произошел пожар, то ИПЕК оказалась в очень сложном положении. Теперь ей необходимо найти деньги на восстановление убытков. Дарен понимает, что она должна любыми способами помочь своему брату, и для этого ей придется пожертвовать чем-то очень важным. Кинан решает провести собственное расследование для того, чтобы выяснить, кто именно организовал поджог фабрики. Джемаль приезжает к воротам тюрьмы и начинает ждать, когда выйдет Джахиде. Только внезапно ему приходится уехать. Джахиде решает навсегда исчезнуть, так как она сильно переживает за дочерей и считает, что Джемаль может им сильно навредить. Когда она покинула Измир, то Джемаль потерял ее след. Женщина даже не могла и подумать, что как только она окажется на новом месте, то там ее будут поджидать неожиданный сюрприз. ИПЕК удалось придумать план, с помощью которого ей удастся достать деньги, и она сразу же начинает действовать. Синан считает, что ИПЕК решила встретиться с Такином и разрешает ей отправляться к нему одной. Акану удается выяснить, где находится Азра, и теперь ей угрожает большая опасность. Когда Джахиде приехала в город для того, чтобы отыскать своих дочерей, то она стала показывать всем снимки, где три девочки были еще совсем маленькими. Вскоре начинают распространяться слухи о том, что неизвестная женщина пытается отыскать своих детей. Некоторые даже стали приукрашивать события и говорить о том, что она убила своего мужа. Напомним, шестая серия сериала выйдет в эфир 29 ноября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.